Во время суток рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотел бы рассмотреть следующий вопрос. А какого качества не хватает? А мы здесь в части коучингового вопроса задаем термин качество, то есть маркер, сущность. И вот терминологии качества направляем клиенту этот вопрос. Какого качества вам не хватает? То есть чего вам не хватает? Какого ресурса? И здесь, если человек не до конца понимает слово «качество», может быть, это, кстати, навык, либо какой-то скилл. И если вот, собственно, человек начинает раскручивать вот это вот качество с точки зрения того, что это может быть, потому что слово «качество» достаточно абстрактно. И здесь, кстати, может быть, есть в этом интересный момент в том, что слово такое вот достаточно абстрактное, и оно дает достаточно широкий люфт, широкий горизонт возможностей того, как человек может на него ответить. То есть качество может там такое, может быть такое, может быть другое. И в этом исследовании вероятность того, что появится что-то интересное, она существенно повышается. Для коуча же это повод использовать более разнообразный язык речи, чтобы украсить, расширить и сделать более таким вот, ну, скажем так, интересным и вызвать любопытство клиента. Потому что когда возникает у клиента любопытство, тогда еще вероятность того, что будет более глубокое исследование, оно повышается. И вот поиск этого качества, да, действительно, может быть, в такой сущности даже клиент не думал. А вот сейчас взяли да подумали. Коллеги, какого качества вам не хватает? Всем добра. Пока-пока.